Вот, ребятки, такая вот посылочка пришла сегодня. Незнакомый зритель узнал как-то мой адрес и решил мне подложить, правильно, свинью. Вот и прислал мне такого вот поросенка, чтобы подосрать Вальдемарке. Ну что, подсирайте дальше, ребятки. Главное, только бычка не присылайте. Холодильник у меня маленький. Отлично. Есть чем покушать, да? На недельку хватит.